Вот так вот река Солочи выглядела чуть больше года назад. А это она же сейчас. Обещанного рязанцы ждали 3 года. Расчистка проходила несколько лет. Связано это было с тем, что проект достаточно сложный технически. У нас было 2 года с высоким паводком. Из-за этого работы еще не могли проводиться, потому что в паводковый период и в нерестовый период работы на реке проводить просто запрещено. Участок реки был расчищен длиной 3,1 километра. Выбирался этот участок, исходя из рекреационного использования. Только после смены 2 подрядчиков проект все-таки удалось осуществить. Оказалось, что задача по очистке этого участка по плечу только опытной компании. Причем по срокам работы завершили раньше на месяц. Изначально объект планировали сдать в ноябре 2023 года. Было очень большое количество растительности водной, та, которая прорастает в ил, и начинаются процессы гниения, которые негативно влияют и на качество воды в том числе. Значит, было удалено более 130 тысяч кубометров этих донных отложений. Они были вывезены с реки. Профиль реки и продольный, и поперечный стал более комфортные для процессов самоочищения и проточности данного участка. Теперь пропускная способность русла стала больше. Да и визуально берег и вода сильно изменились в лучшую сторону. По оценкам экспертов, экологическая эффективность такой очистки порядка 10 лет. А это значит, что Солочи, или как ее еще называют, жемчужина Рязанского края, стала более живописной и привлекательной для отдыха. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».